Первый день клюет голубенок сам. Потом надо напоить его. Она была более спокойная, это мать его. А сейчас сделалась более как бы пугливой. Она подошла, около него клюет и как бы показывает ему. Давай. Сегодня первый день он клюет, но пить еще надо научиться, чтобы у него не застряла эта сухая пшеница-то. Семечки здесь. Вот она, я ее выпустил, сейчас кошку спрятал, палю, и сюда. И вот она около него, а он видит, как она берет-то, и тоже подражает. Вот как первый день, вот всю жизнь держал голубей, а вот именно вот этот момент никогда не видел, ни в гнезде там не видать, когда выводит. Она подпрыгнула, что-то он хвостом шевельнул, она испугалась. Это тазик, она купается, они и пьют в нем, налил воды. А это рядом вот эта железная такая, чугунная или какая, дюралевая. И четыре отделения. В одном вода, вот справа она наткнулась. Это для него. На тазик он не поднимется, это высоко. А это она под столом, тут у меня в баночке. Она невысокая баночка, консервная банка. Песок, глина и соль. И они все время едят. Вот она туда уже запрыгивает. И... А то у меня под ногами архив, тут пленки. Вот все такое скученное. Ну, а мне-то нужды никакой нету. Это вот коврик вручную сделан. И сейчас линолеума вырезал под ней, чтобы ножками не протирало нигде. И вот сейчас спокойно минута выдалась. Я их выпустил, а он сидит на гнезде, на яйцах, вот, парит. Он очень заботливый такой, но она его не кормит. Она себя бережет уже для нового потомства. Такая, понимаешь, заботливая. Где едят, там и оправляются. Тису не приучишь чистой быть. Это я в брусочки положил, чтобы пшеница не разлеталась. Вначале делал, чтобы он не вылазил оттуда. По полу-то ходят тут. Остается помет, сразу собираю его ножичком, как бы подрезаю. И... А вот он клюет. Вот она смотрит на него. Она его приглаживает, волосы ему, перышки, вот. Кормить не кормит, а целует, дескать, я люблю тебя. Какая нежность у голубиная. Я не видел этого ни у какой птицы другой. И потом постоянно, и он, и она, не обихаживает, что он там волосы эти, перышки расчесывает. И вот она клюет возле него, а он ей подражает. Это дикари, природное все у них. Надо же, такая тварь, и столько внимания, любви, вот она его. Нет, она не кормит, ничего не будет, просто что-то разглаживает, перышки. Видишь, клювик ему почистить надо, он маленький, как кошка, котенка облизывает. Ну, это не язык, а клюв.
Сегодня 19 марта 2018 года. Я стою, она уйти надо на кухню, и охота сюда, вот я в тапочках стою, шевелю ногой, вот она подошла уже рядом, увидела, нога шевелится, она отступилась, а тот не может, на бумаге подскользает, что у него там что-то, с ножкой неладно, что-то ножку отсидел. Не было этого у него. Сейчас посмотрю, что это у него. Недавно вытащил его оттуда из коробки руками. Аккуратно все было. Сам уже крылышки проверяет. Посмотрю сейчас, может что-то попало на ноги ему там. Ну, раз съел, это значит не больной. Прям возле ног брызжет. Залезла эта голубка. Ну да, это самочка. Ой, ой. Вот, забрызгала. Все, вот он рядом я сижу. Ой, да над пипетром, да капает везде. Ой-ой-ой. Вот им это надо, как раз надо. А он вот он сидит под ногами у меня. Вот он, вот. Я его посажу рядом, здесь покажу. Что-то он захромал. Вот он сидит, какой большой. Второй, первый день сегодня клевать начал сам. Да хорошенький такой. Вот они дикие. Вот они лучше держат. А она, вот она рядышком. Вот она что делает. И все. Ой-ой-ой. У меня все тут забрызгало аппаратуру и все. Сидит. Вот чем занимаюсь, говорят. Чем заняться пенсионером. Вот так. Везде летит. Ну ничего, подсохнет. Ей надо насекомых выводить. А он еще маленький сидит. Маленький. Пить ему надо. Вот он сухой пшеницей-то набил зоб-то. Ой. Вот как она. Вот я его сейчас к ней подсажу поближе. Давай. Ну ладно, не бойся, не бойся. Вот так. Все, забрызгала мне аппаратуру. Вот она, тазик, рядом видно. Вот она взлетела на табуре, на стул села и сидит. А вон там попарит, вот в этом залетает гнездо. Вот она. Вот сюда вот. А это второй этаж. Ну, первый, то есть там, смотрите по ним. Вот она еще опять. Так, не хватило маленько. Банный день у нее сегодня. Ой-ой-ой, ноги у меня все забрызгало. Ты что делаешь, а? Мне все вспоминается статья в «Губернской Алтайской правде» в газете. У злого человека голуби не водятся. А у меня три голубятни большие, и вот в избе вот такая. Так что улучшает. Вот так. Вот она куда пошла. Куда она пошла? Так пошла на кровать на мою. Ишь ты какая. Вот осмелела. Вот рядом сидит со мной. Сантиметров 60 от ног. 70.
А он, вот он рядом сидит с моей ногой. Вот он, я ногой шевелю тапочек. Вот я перевожу потихоньку брусок. И вот она сидит. Ну, брусок сантиметров полста нету. А он сидит там. Вот так мы и живем. Вот у них именно природная дикая, а не то, что человек их приучил, и на одних уколах живут. Банный день. Сегодня понедельник, вчера президента, но избрали тот, который был. Путин Владимир Владимирович. Вот она крылья поднимает, и чтобы туда вода попала. Я как-то видел во сне, с голубями вожусь, и ко мне Путин заехал. И мы поговорили тут о голубях. И батюшка его видел. Где-то какое-то собрание было. Так подробно батюшка говорит. Он пошел, а потом вернулся, и к отцу Акиму подошел, говорит, а как там Игнатий Тихонович? Да ничего нет. Ну, в следующий раз я соберусь подольше тут быть, там мы поговорим тогда. Ну, я все жду, если это сон вещи был. Да конец, значит, ничего и не было. Мы молимся о правителях каждый день. Дональда, и Рамзана, Эрдогена, батьку Александра Белорусского, Петра Порошенко, чтобы ни на кого не было покушения, чтобы все обратились к Богу, души свои спасли. Для Бога, чтобы жили они, для Бога, и народ бы молился о них. Но мы не голосуем, но молимся, чтобы сохранил Господь. Коротенькая жизнь – это видимое все временное, невидимое вечное. Весь мир приобретешь, даже если будешь машахом, ну, над всем миром, ты сядешь в храме, выдавая как Бог, но умрешь, как все люди. А потом ад, гиена огненная. Вот она теперь села. А, как? Вот он сидит подо мной. Я вплотную к нему тапочек свой поставил. Показать, как близко. Это интересно все. Сегодня 19 марта. И вот этот малыш первый день начал клевать сам. Вчера пытался его с руки кормить, ничего не получилось. А сейчас отец подошел, клюет, и он рядом с ним начал тоже. Ну, я вторую чашку поставил с водой, такая, которая не опрокидывается, железная такая, твердая. Вот он. А еще за отцом будет бегать он долго. Нахохлился. Показывает вплотную. А мать только выскочила. И скорее, прям я убрать хотел там, что никаких. На спину бьет меня, уходи. Залетела и сразу на яйца парит. Вот наблюдаешь, это вот дикие голуби у меня. Наблюдаю я за ними по порядку. Там у него вода стоит, чашечки сейчас сумеет напиться. А для этого тазик, в тазике он купаться будет. Вот настелил вокруг, чтобы, ну, маленько не так сильно на ковер брызгало. Это можно высушить. Он вплотную подходит к нему. Проверяет как. Но он за ним еще будет гоняться. Дай мне есть изо рта. Он не поймет, как это хорошо. Вот я коршунят воспитывал, было 3 коршуненка в одной, это редко, когда 3, обычно 2. И кормил. Так я там, что только можно было, ему все скормил. И мясное там брал, деревни кололи, где мясо, давай крыс ловить, а крысиное мясо очень полезно им. Ну все скормил им. Из рук хватает. Я обдираю крыса, голову упал, отрубил в сторону, ножом отрезал. Начинаю обдирать. Он мигом схватил ее, глотнул и проглотил коршуненок, крысиную голову. У него жевать-то нечем. Ой, глотка. С крылья, 1.30 размах только. За мной летит, сядет и бежит за мной следом, сапоги щипит. Корми меня.
Интересно, они с котиком дружили. А было жарко, этот поднимется коршун-то, сядет там на крыше, где обедом сверху, и разлепешится так на солнце-то. А кот не трогал его, а этот раз растет быстро. Он его стал, кот, побаиваться. Маленькие копчики я держал, они у меня летали за чибисами, за чайками. Я с детства занимаюсь этой птицей. А этот смотрит, надо покормить его. Вот так. Сегодня события дня посчитали. Все. А тут картошка у нас. Так, кто чем занимается? Мне сейчас стереть надо, Володя подготавливает ее. Где же Васильевна ушла? Никита, будильник будет меня каждое утро.